Добрый день. Вашему вниманию модель 2025 года штоф AMG TD 600 Black. Из упаковки видно, что это Т-образная вытяжка с тоненькой полосочкой. Сейчас мы посмотрим, что у нас на этикетке. Сделаем обзор распаковки. Итак, наклонная вытяжка AMG TD 600 Black штоф. Электрические характеристики 220-240 вольт. Вес нет 11,5 кг, вес брутто 12,7 кг. Тяжелое. Освещение 2 LED-лампочки на 1,5 Вт. Потребляемая мощность 103 Вт, число скоростей 3. Мощная вытяжка. Производительность 1020 метров кубических в час. Уровень шума максимально 42 дБ. Так, что у нас здесь? Импортер страны таможенного союза. Наименование производителя, адрес производства, сервисный центр. Назначение и основные потребительские свойства. Смотрите руководство по эксплуатации или упаковку. Внимание! Прибор не предназначен для использования лицам, включая детей и так далее. Так, срок годности 7 лет, гарантийный срок указан, потом количество 1 штука, комплектность, смотрите руководство по эксплуатации. Сейчас мы вскроем вытяжку. Упаковка хорошая. Нравится мне, вон, смотрите, как она запакована хорошо. Значит, сверху здесь в комплектности идет труба гофрированная. Значит, все завернуто, все очень красиво, мне нравится. Стеклянная панель, ну, очень плотный пенопласт. Ладно, сейчас мы ее вскроем, достанем, посмотрим. Так. Научусь. Так. Что мы здесь видим еще? Значит, здесь у нас инструкция по эксплуатации, а также крепежные планки для установки труб. Трубы, которые телескопические. Кстати, трубы здесь тоже хорошо завернуты. Они имеют черный цвет. То есть вытяжка черного цвета с трубами черного цвета. Хорошо, ладно. Пошли дальше. Что мы видим здесь? О, вау. Такой глубокий черный матовый цвет самой вытяжки, стекло черного цвета, замечательно. Прокрас идет металлосотовых фильтров, фильтра такие вот, так очень все добротно, очень добротно. Так, смотрим, все очень хорошо сделано, посмотрите, как за все уложено, провода уложены. Конструкция мне уже нравится. Уже нравится. Так. Поставим металлосотовый фильтр на место. Обращаю ваше внимание, все очень хорошо укладывается. То есть установка, ну, просто все на своем месте.